Мы сейчас находимся на улице Советской Армии. Именно здесь произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая. Сейчас в причину устанавливают сотрудники ДПС. Как видно, уже движение более или менее нормализовалось, по крайней мере, в сторону от проспекта Строителей, в сторону Коммунаров, но движение в сторону от Коммунаров на проспект Строителей перекрыто. Перекрыто как для общественного, так и для легкового транспорта, для автомобилей. Сейчас устанавливаются все версии произошедшего. Как нам сказали в аварийном комиссариате, предварительно есть две рабочие версии. В обоих фигурирует трамвай, который и собрал автомобили, он ехал. Говорят, что началось происшествие от проспекта Коммунара, вот где стоит второй трамвай. Он начал спускаться и не мог затормозить. Причины может быть две. Одна — это отказ тормозной системы, как нам сказали в один аварийный комиссариат, и в другом нам сказали, что возможно из-за наледи на рельсах и не мог трамвай остановиться. Также еще пока до конца не установлено количество автомобилей, которые пострадали в ДТП, но фигурируют разные цифры, средняя из них